Всем привет! В сегодняшнем видео хочу рассказать вам о том, что мне нравилось в июле. И это будет предметы одежды, косметика, фильмы и музыка. Месяц июль могу смело объявить месяцем укороченных топов. Я просто обожаю носить такие топы с джинсами, брюками или юбками на высокой талии. И я решила особо не заморачиваться и выбрала себе вот такие базовые модели без рукавов черного и белого цвета. И также мне очень понравились вот такие модели со свободными короткими рукавами. Я серьезно почти каждый день надевала какой-то из этих четырех топов, и мне безумно нравится каждый образ, который можно с ними составить. И, кстати, следующее видео на моем канале будет об актуальных модных образах на лето, что-то вроде лукбука. И там, конечно, будут мои любимые короткие топы и другие тренды сезона, так что обязательно удостоверьтесь, что вы подписаны на мой канал. Далее я хочу рассказать вам об одной замечательной маске для волос от австралийской фирмы Assy. И хорошая новость, что теперь она доступна в России. Маска сама по своим функциям реконструирующая для поврежденных волос. Называется 3 Minute Miracle, то есть чудо за 3 минутки. И там есть еще другие, но я рекомендую вам конкретно эту. Она дает очень приятный эффект мягких, здоровых и послушных волос. Волосы очень легко расчесываются, сияют, и потом уже просто не хочется возвращаться к тому, чем пользовалась раньше. Если увидите такую маску в магазине, очень рекомендую попробовать, о покупке точно не пожалеете. К фаворитам косметики на самом деле хочется отнести все покупки, которые я совершила на подарочные карточки с дня рождения. Если вам интересно узнать о них, то ссылка на видео будет вот здесь. Ну а если хорошо подумать, то в июле мне очень полюбился карандаш для губ от MAC в оттенке Dervish. Он пришел мне от мамы, потому что каким-то волшебным образом ее карандаш оказался просто один в один цвет с моим натуральным цветом губ. И я стала пользоваться им очень часто, особенно когда фантазия не особо работает на тему макияжа, я просто подвожу им контур и также закрашиваю губы внутри контура. И еще с его помощью можно сделать видимость более пухлых губ, потому что цвет сходится с натуральным. Каждый месяц я добавляю фавориты какой-нибудь фильм или сериал, но в июле я почти на одном дыхании смотрела аниме-сериал «Тетрадь смерти». Точнее, я его пересматривала спустя более чем 5 лет с первого просмотра. Это сериал в жанре детектив вместе с триллером. Там очень много логических размышлений, психологии, в общем, его нужно смотреть очень так вдумчиво. Все стратегии и действия героев затягивают настолько, что ты просто сидишь перед монитором с круглыми глазами и пытаешься вообразить, что же может быть дальше. Про сюжет скажу кратко. Мир людей попадает в совершенное орудие убийства под названием «Тетрадь смерти», и каждый, чье имя будет записано в эту тетрадь, непременно умрет. Так-так-так. Главный герой, получивший эту тетрадь, таким образом решает карать преступников. Я правда очень рекомендую вам его посмотреть и считаю, что этот сериал достоин внимания. Из музыкальных фаворитов июля хочется прежде всего выделить новый альбом Lana Del Rey Ultra Violence. Я его очень ждала и, к счастью, он оправдал мои ожидания. Интересно, что общая атмосфера альбома в корне отличается от ее общей стилистики, к которой я уже привыкла. Я думаю, все представляют ее с тонной макияжа, с графичными стрелками, с ее этими длиннющими ногтями и с томным взглядом. Но в новом альбоме она всего лишь в белой майке, с растрёпанными волосами и с минимальным макияжем. В песнях можно часто услышать длинные гитарные проигрыши, и музыка стала не такой попсовой, наверное. И из всего альбома мне до мурашек понравились 3 песни. Месяце мне понравились 2 случайные песенки. Первая — это новая песня моего любимого The Weeknd из альбома, который вот-вот выйдет. Often, baby, I can make that pussy rain often.
я почему-то просто не могу перестать слушать. Очень понравилось. Все фавориты на сегодня. Огромное спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, то, пожалуйста, не забывайте ставить палец вверх и подписываться на мой канал, если вы еще не подписались. Желаю вам хорошего дня и до встречи в следующем видео через неделю. Пока-пока!